100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. $1 балластной цены на самом окупаемом краш-сайте, который только есть. И прямо сейчас со 100 рублей мы будем пробовать сделать нож. Я знаю, что это почти невозможно. Но сегодня одна из уникальнейших тактик, которые мы снова будем проверять. Ведь каждый ролик я проверяю тактики от подписчиков, которые вы присылаете мне в ВК. И если тактика заходит, я скидываю тебе 1000 рублей. Ты вроде бы рад, я вывел ножик, и мы по рукам. Но сейчас у нас всего лишь почти 100 рублей. Это примерно 80. И сработает ли сегодня тактика, получится ли поднять при помощи самых окупаемых режимов нож, никто не знает. Но ролик будет точно интересным. Поэтому обязательно поставь прямо сейчас лайкосик. Не забывай, что есть два безумно рабочих промокода. И первый промокод — это Predator. Потому что если вдруг ты решишь зайти на Insane и поднять нож по ссылке в закрепленном комментарии, ты можешь использовать промокод Predator и получить на первый депозит 100%. Закидываешь 1000, получаешь 2. Закидываешь 1 миллион, получаешь 2. Все просто. Но это работает только на первый депозит. На второй последующий есть промокод Predator 30. И вот тут это дает тебе плюс 30% на второй, третий, четвертый, пятый и последующие депозиты. Поэтому обязательно используй их. Это самые рабочие промокоды, которые помимо того, что дают самый большой процент, они будут тебя окупать. Ну а мы приступаем, заходим в минера, и да начнется жаришка. Количество мин 5, доллар 1, погнали. Тактику, которую сегодня прислал Игорек, очень простая. Но тем не менее, она очень сложная, потому что Игорь, просто имя Игорь, блин. Ну как бы и имя-то хорошее, просто знаешь, такое Игорь. Типа, блин, говорить как будто сложно слово. Попробуем сделать так. Первый ряд, второй ряд, третий ряд, четвертый ряд, пятый ряд. Игорь, если что, прости, пожалуйста, брат, я тебя очень сильно люблю и надеюсь, что ты заберешь сегодня 1000. Потому что первая ставочка у тебя уже заходит, это абсолютная имба, и мы переходим сразу же в апгрейд. И именно тут, давай попробуем, ну нет, давай попробуем, наверное, коэффициент 1.5. Давай не будем вот это машинить. Сейчас очень хорошую тактику нам Игорек подослал, и я не хочу. Знал примерно, что сейчас, если нажму коэффициент 2, я проиграю, придется перезаписывать ролик. Перезаписывать вообще ничего не хочется. $3 на балансе, прямо сейчас полетели, поиграем в крашики. 2.94, давай зальем на коэффициент 2, как раз успели поставить, идеально. И ты спросишь, почему на 2? Потому что это краш плюс. Здесь краш не такой, как на всех сайтах. Это самый лучший краш-сайт, который только есть на всех крашах. Мне, кстати, интересно, насколько сейчас я... О, подожди, пацан поставил на 1.41. Я первый раз, в принципе, в жизни вижу, что пацан ставил настолько маленькую сумму. 5.88. Смотри, в чем суть этого краш-сайта. Пацаны вот сейчас проиграли. Блин, было бы прикольно посмотреть, на что они поставили. Вот сколько они поставили, вот это было бы супер круто. А так, ну, не знаю. 5.88, в принципе, нормально. Пойдем продолжим играть в минера. Вот тут самое главное сейчас не проиграть. Потому что если сейчас... Будет минка, будет жестко. Минки нету. 11.52. Я обожаю просто минера. Только что на ровном месте у нас был один. Сейчас уже 11 бачей. Мы уже в 10 раз подняли баланс. Блин, я так люблю минера за это, вы не представляете. Минер — это самый лучший вообще, в принципе, режим, который только здесь есть. И он есть в платном режиме. Поэтому, пацаны, если будете играть, смело залетайте. Смело играйте. Это абсолютно имба. 11.52. Мы вместе с вами сейчас... должны, ну, по сути, отправиться в краш, но в краш не хочется. Давай апгрейд. Просто если сейчас в апгрейде... да, просто если сейчас в апгрейде он даст полторашку, и у нас еще один зайдет. Отлично! И у нас еще один зайдет минер. Все, это примерно будет 36 бачей. Поэтому минер 17 бачей, количество мин 5. Ну да, изи, 33 бача. Слушай, ну довольно-таки легко пока идем. 33.77. И сейчас, если, допустим, у нас есть апгрейд, то это уже 50 бачей. Понимаешь, насколько это имба? То есть, ну давай попробуем. 33 бача, количество 1.5. Ну на 2 точно мы не можем залетать. Полторашечка еще куда ни шло. Просто 1.5, я вот говорю честно от всего сердца. Ну из 10 раз, ну может быть у вас сойдет 7-8. Только 2 раза будет крас. И это абсолютная имба. Потому что сейчас 50 бачей. 50, Карл! И мы можем залететь в минера. Так, мужики, обязательно поставьте лайкосик прямо сейчас, все, кто смотрит. Просто поддержите меня лайком. Попробуем зайти в мины, использовать количество мин 5. Я не буду закрывать 2, я закрою одну. Если сейчас она заходит, то мы уже выиграли. Поэтому поставьте лайкосик. Пожалуйста.
Ёлки-палки, на последний! Но это было очень быстро и очень красиво. Поэтому, если будете играть, мужики, Предатор и Предатор 30, два бешеных промокода. Используйте их, они дадут самый бешеный бонус. Увидимся завтра.